Итак, всем хашки, и с вами принцесса Стори. И мы сегодня снимаем мастеринку 7. Итак, за сегодняшний день у нас 2 мастеринки. Ну, не знаю, какой день я добавлю. Да, смотрите на мой красный маникюр. Как он идет, принцесса Стори. И что ж, у нас такой сегодня фончик мягкий. И мы мастерим вот такую вот подставку для карандашей и ручек. Думаете, почему же это подставка? Да потому что у меня не херовое воображение, как у некоторых. Так, да. Итак, вот такая вот штука. И я сама ее придумала. Кстати, она какой-то страшный бошка, потому что мне какую-то рекламку дали, здесь не сделал. Ломбард вводит санкции. И что ж, нам понадобится для этого листочек вот такой вот размер. Ну, смотрите сами. Немножечко ракурс поменяем. Так. Дальше. Нам понадобятся какие-нибудь картинки пони. Вот у меня здесь мини-картинки. Тут полно всяких картинок, которые у меня в блокноте. Так, вот. Что мы делаем с этим листочком? Вот, смотрите. Развернем мы этот листок. И делаем здесь. Так. Я не помню, что я делала уже. По правде. Не помню. Ну, вот так. Согнем пополам. И вот здесь. Во, все вспомнила, что я делала. Вот так. Вот согнули. И сюда. А, подождите, вот такая штука должна у вас получиться, гармошкой. Вот. Вы поняли, сначала пополам, потом одну сюда и вторую сюда. Ну, просто ракурс такой, что не очень-то видно. И получается у нас сначала гармошка. То есть, вроде как и здесь. Потом берем эту штуковину и заливаем здесь уголки. Кто вообще не знает зачем. Но чтобы это выглядело кругленькая штука. Вот так загнули. Ну, то есть вот. Итак, извините за голоса, которые там раздаются. Итак, продолжим. Меня не будут прерывать. Вот так вот загибаем уголки. И дальше ждем с этими штуками. Смотрите. Просто загибаем уголки. Это очень легкая поделка. И крутая. Так, это уголки типа держал. Но можно делать с более плотным бантиком, а потом если это... И вот так получилось. С той стороны то же самое делаем. Очень быстрая поделка. Я просто буквально как шла по дороге, так ее и сделала. Потому что мне дали эту рекламу, которую я терпеть не могу. Ну, из нее можно такую фигню сделать. Вот эти кукловички цеднули. Теперь вот эту бумагу берем. Вот у меня поняшки нарисованы были. И вот так вот делаем. Ну, бортик. Такая получается бортик. И здесь то же самое. Вот так делаем. Получается бортик. Куда класть наш карандаш. И такая вот штучка получилась. Вот это лучше согласитесь, потому что из бумажки ломбард вводим санкции, это не очень. И теперь берем картинку с поняшками. Какую? Ну, можно, кстати, разноцветной бумаги, но есть белый. Так. Какую мы поняшку выберем? Ну, сейчас я поставлю стоп, выберу поняшку. Итак, из этой кучи я выбрала поняшку принцессы Селести. Она такая большая и самая нявная, наверное. Ну, хотя здесь есть принцесса Луна, Динжей Пон 3. И можно вот так, в принципе, сделать. Ну, я таких сделаю несколько. Ну, для таких мягких вещей. Да, и можно с двух сторон. Например, вот так. Ну, потом вот здесь вот обрез, потому что так не смотрится как бы. Ну да, я сделаю с двух сторон. Давайте приклеим наклей. Вот, принцессу Селестию и принцессу Луну. Итак, я обрезала. Вот такая вот у нас красивая подставочка получилась. Здесь Луна. Здесь лезть, видите, вот так вот хорошо обрезала. Вот такая нявая подставочка под ваш
карандаши. Ну, просто, чтобы они не валялись по столу, может быть. Один карандашик нявненько положить в принцессу Луну и в принцессу Селестию. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока!